Здравствуйте. Время от времени в Щелкино на Азовском море случается мор рыбы от чрезмерно теплой воды и недостатка в ней кислорода. Бывает это нечасто. Вот последний случай, который я помню, это был июль 2015 года. Конец июля. Вода была очень теплая и был массовый мор бычка. В это время чайкам раздолье. Они кушают волю, как, наверное, никогда не кушали. Рыбы просто море, вот полоса рыбы вдоль кромки берега. И чайки тут пиршествуют, вот их масса, чаек. В это время купаться запретили, потому что, ну, как бы рыба в воде и обстановка не очень располагала. Мы видим, что большинство рыбы уснуло, но некоторые еще плавают, бычки. Это в основном были бычки. Некоторые еще плавают, уснут они или выживут, неизвестно. Но шныряют, вот. Люди уже не купались в это время, только наблюдали. А вот на следующий день, тогда была вода тихая, сейчас поднялись немножко волны, снулую массу рыбы унесло в море практически. А вот то, что осталось на берегу, А у моря унесло не все, там еще возле берега есть, но уже основная масса ушла. На второй день тоже никто не купался. Только все ходили и наблюдали. Есть мелкие рыбки, есть крупные, есть масса тут, наверное, там сотнями килограмм она лежала вдоль берега, если ее сгрести вместе. Говорят, иногда ее сгребают и закапывают в песок. Ну, в этот раз она как-то так обошлось. В тот раз как-то так обошлось без этого. Сидели все по домам. Жара, но никто не купался. Вот она, Тут есть очень хорошие бычки. Прям очень хорошие. Много всего. Жалко, пропала рыба. Ну, вот когда недостаток кислорода, она засыпает. И слишком теплая вода. Вот мы видим, ни одного отдыхающего, никого. Тут стояли машины, стояли палатки. Все собрались и уехали на эти дни куда-то. Там вот мысовое на горизонте. Здесь закончились гаражи лодочные. Ну, море еще есть. Есть бычок, но уже не так, как накануне. Поменьше. Ну и все опасаются в такую вот заходить и купаться в ней. Хотя запаха особого не было. Да не особо, вообще никакого запаха не было. Как-то так он мгновенно завялился, этот бычок. Но люди остерегались. Ну и было объявлено, что в это время не купаться. Да и неприятно в это время купаться было. Вот. Ну скоро это очень скоро это прошло. Никого нет. Отдыхающих нет. Хотя тут обычно всегда машины и палатки. Да, жалко рыбы. Пропало много рыбы. Ее можно было бы выловить, но вот такой мор случился. Не каждый год, повторюсь, это бывает. Далеко не каждый. Это был 2015 год. По моим наблюдениям, не каждый. А вот как это выглядело крупным планом. Рыба в воде, снулая. И рыба на берегу на следующий день. Практически вялится. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе следующих роликов.